Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, это канал, где мы говорим про ИСБ. И сегодня в студии со мной Евгений Галушин, Ксения Оя, представители ИСБ России. Вот, и мы поговорим о форуме ИСБ России, который прошел в прошлые выходные, 23 апреля. Mm-hmm. Я так понимаю, там было много всего интересного, и вы нам, ребята, сейчас расскажете выжимку, что важного там произошло, что нашим бойцам, зрителям, тем, всем, кто переживает за ИСБ, лучше знать, да? Угу. И возможно, будем кратки. Стараемся. Ну, просто все важно, расскажите, как вы ложится. И, пожалуйста, еще расскажите, кто вы в офисе, чем вы занимаетесь, чтобы ребята понимали. Хорошо. Я Евгений Галушин, всех приветствую. Я являюсь руководителем офиса СБ России. Соответственно, Ксения Константиновая. Бренд-менеджер СБ России, да, думаю, что все, кто организовывает мероприятия, так или иначе взаимодействует с офисом СБ России, с Ксенией Константиновной знакомы. Да, форум прошел хорошо, это было очень интересное, важное, нужное мероприятие. Мы чуть задержались, 2,5 часа, да, я так понимаю, из двух запланированных, но все было, в общем-то, по делу. Доклады были интересные. Кратко расскажу, скажем так, про первую часть нашего форума, про официальную. Да, у нас был ряд докладов от функционеров, от представителей СБ России. Соответственно, ну, одним из первых докладчиков был Дмитрий Тростин. Да, это тоже, в общем-то, я думаю, все знают этого человека. Он вкратце рассказал про дальнейшие планы нашей работы. Он у нас, Дмитрий, это представитель Совета СБ России, да, соответственно. Он рассказал про наши дальнейшие планы работы, взаимодействия с международным вообще, сообществом, международными организациями. Здесь, в принципе, план достаточно такой простой. СБ России нацелен, естественно, на работу с международными сообществом нашим и не собирается закрываться. Мы всегда рады, как бы, видеть иностранных участников в наших мероприятиях. Основной курс будет выстроен на то, что наша организация, как официальное юридическое лицо, мы будем заключать соглашение с представителями с другими национальными организациями в других странах, ну и в рамках заключенных соглашений с ними взаимодействовать, сотрудничать. А да? Раньше как было? Ну, раньше вся наша международная работа, она строилась на взаимодействии через Ачимбей. Mm-hmm. Да, так Ачимбей сейчас на данный момент приостановил свою деятельность, да, ну, в принципе, уже новость достаточно старая, да, то есть все знают, могу еще раз повторить, то есть на текущий момент ни офис Ачимбей, ни комитеты, ни, собственно, ни президиум, да, не работают, они не распущены, да, то есть Ачимбей как бы существует, но поставлен на паузу, да, до осени, до осенней Генеральной Ассамблеи, соответственно. Вот. Так как, да, работа Ачимбей приостановлена, соответственно, СБ России будет искать свои пути и возможности взаимодействия с иностранцами. Да, напрямую с иностранцами, да, например, там, с теми странами, которые готовы с нами сотрудничать, которые готовы участвовать в проектах с нами совместных, которые рады видеть наших спортсменов на своих соревнованиях, ну и, соответственно, мы тоже рады всегда видеть людей из этих стран у себя в гостях. Также, наверное, вкратце большие достаточно изменения произошли с Бугуртлигой. Бугуртлига официально несколько отделилась, скажем так, от Ачимбей. Руководство Бугуртлигой взял на себя Саш Титов, мы тоже знаем этого человека прекрасно. Вот, маршал, в принципе, организатор. Бугуртлига запустилась, я так понимаю, что уже даже турниры уже аккредитуются, да, и проводятся в Европе и в других странах. Вот. СБ России на текущий момент пока не сформировала свою вот итоговую позицию, да, по взаимодействию, но диалог идет, как бы посмотрим в будущем, да, как оно будет развиваться. Вот. Для общего понимания, то есть на текущий момент чемпионат России идет, да, то есть наши турниры там 5 на 5 и все происходит. Единственное изменение, да, что так не будет у турниров сейчас статусов Бугуртлиги, да, то есть не будет, соответственно, начисления вот этого коэффициентов по очкам команды. Ну да, будут очки, да, только чемпионата, да, России. Да. Ну, точнее, не так. Если турнир... Все не так. Не совсем так. А теперь как? Уточнение, да. Уточнение небольшое. Турнир может податься в лигу, никто не запрещает. Просто раньше с предыдущим форматом лиги сначала шла аккредитация СБ России, а потом можно было податься в лигу. Сейчас... Пишите в лигу, если хотите, да, две независимые организации, получите, наверное, очки в Бугуртлиге, не знаю, как у них это сейчас будет действовать, но этот статус никак не повлияет на то, что происходит в чемпионате СБ России. То есть, два параллельных мира. Да, два параллельных мира, да. Как бы хотите, участвуйте, пожалуйста, ну просто двойной коэффициент не дадим. Ну, в общем, так, да. Наверное, вкратце все по докладу Дмитрия про сборную. У него был тоже там один доклад. Я об этом чуть позже упомяну, когда мы будем обсуждать слеты СБ России. Слушай,
есть понимание, вот эти страны, с которыми напрямую будут заключаться договора, может, они уже есть, этот список? Ну, я думаю, не секрет ни для кого, да, естественно, мы в первую очередь ведем сейчас диалог с нашими друзьями, партнерами в Сербии, да, угу. Потому что, ну, очень за последние несколько лет много времени, сил и было потрачено на взаимодействие с ними, и есть эффект от этого, да, ребята развиваются, как бы, ну, и мы заинтересованы, естественно, в работе. Ну, и также другие страны, да, то есть, которые готовы взаимодействовать. Сейчас, на текущий момент, вот, наиболее плотный диалог с Сербией идет, угу. с нашими друзьями в Сербии. Наверное, к следующему докладу. Доклад был тоже важный, хочу упомянуть, от Сергея Богоненко. Да, Сергей — это глава нашего Марческого аутентичного комитета. Комитет судейства аутентичности. Да, вот Ксения Константиновна все термины знает лучше, чем я. Все должно быть правильно по уставу. Вот. Ну, основной посыл, да, от Сергея, то, что вне зависимости от происходящего, опять же, в ЧМБ, чтобы все были спокойны, правила у нас есть, наши прописанные, утвержденные, мы по ним будем дальше действовать. Комитет работает, естественно, маршалы, судьи, тренировочные все процессы, семинары, все происходит, все проводится. Наш комитет полностью независим, как в этом смысле, да, спокойно работаем дальше. Разрабатываются новые экспериментальные номинации, да, вот полупробои, еще что-то. Ну, то есть, ну, процесс идет, комитет работает, все в порядке, никаких у нас проблем с этим нет. Я сейчас еще mm-hmm. добавлю, на канале есть ролик с Сергеем Богоненко, как раз о новых правилах, он снимался еще в начале года, но в целом все те изменения, о которых тогда шла речь, вот они и есть. То есть можно к этому ролику отослаться, ссылка будет вот здесь. Да, текущие правила СБ России основываются, собственно, на утвержденных правилах после последней Генеральной Ассамблеи, которую проводила ЧМБА. У нас эти правила все переведены, все, в общем, все хорошо, мы работаем в этом направлении, все в порядке. Наверное, в ролике вы командные правила с Сергеем обсуждали. А еще Сергей анонсировал, что мы будем вычитывать дуэльные правила вот в ближайшее время. Это, собственно говоря, связано с тем, что правила все время вычитываются, перечитываются. Как бы, если есть какие-то возможности их улучшить, мы это будем делать. И вот мы планируем, собственно говоря, в мае месяце почитать внимательно, что у нас там в дуэльных правилах происходит. Прошло 1.5 года, есть какие-то нюансы. Ну и, опять же, свежий взгляд. Поэтому, как бы, Сережа анонсировал, что будут изменения, выйдут новые документы, но каких-то существенных там изменений не будет. Это исключительно вычитка, чтобы никто не пугался. Я думаю, что мы, когда это произойдет, с Сергеем еще раз встретимся, и он даст. Да, я думаю, в принципе, это хорошая практика, да, доносить, так сказать, до нашего. Тот ролик по правилам посмотрели очень хорошо, я был удивлен. Ну, да. Здорово. Это важно, как бы, продолжая тему, собственно, дуэльных наших дисциплин и номинаций, был доклад от Анастасии Панковой. Анастасия — главный секретарь СБ России, да, активный член турнирного комитета. Я вкратце сейчас так вскользь вспомяну, потому что на эту тему, наверное, будет у нас тоже отдельная информация подробная на ресурсах СБ России, может быть, ну, тоже как какую-то из передач это уложит. Соответственно, основной момент по дуэльным номинациям: мы сейчас планируем ввести разделение на категории для дуэльных турниров. Да. За основу взяты термины, скажем так, уже понятные, известные всем, изученные нашими бойцами, то есть разделение турниров на уровне Challenger, Master, Open и Master. Вот. Основная цель и задача здесь в следующем – это увеличение количества турниров. В принципе, это как только вот уже последние 2 года мы активно в принципе, стали развивать дуэльное направление, количество турниров увеличилось, именно количество аккредитованных СБ России турниров mm-hmm. увеличилось. К нам все больше и больше поступает заявок на аккредитацию от новых организаторов, с которыми мы даже не работали. Вот. И именно для этого, во многом для новых организаторов, мы вводим эту систему. Да? То есть наша такая идея, что турниры уровня Challenger будет проводить максимально просто. Там будут упрощенные с точки зрения как раз комитета судейства аутентичности нюансы, связанные там, с допуском доспехов. Обращаю внимание, естественно, все технические допуски, которые требования безопасности, никогда никуда нигде не денутся. Да? То есть кто хочет проводить ИСБ мероприятия, требования к защите, там, защита шеи, стопы, это строго обязательно. По аутентичности мы готовы, так сказать, идти навстречу, понимаем, что много молодых бойцов, доспехи дорогие, как бы организаторы тоже новые, молодые. Соответственно, в таком вот виде хотим их поддержать, да, то есть увеличить количество данных турниров, дуэльных и разделений. Ну, подробная информация на ресурсах СБ России будет, соответственно. Дальше, наверное, такой основной доклад как раз от Ксении Константиновны по поводу взаимодействия с СБ России. Да? Думаю, Ксюша может подробно про это рассказать. Это важный момент.
Ну, в принципе, еще немножечко скажу о форуме. Он был достаточно необычный для нас. Мы проводили уже и онлайн-конференцию, и онлайн-собрание в декабре месяце. Такое всегда у нас было итоговое. То есть мы как офис, как представители комитетов рассказывали нашим дорогим членам СБ России, нашим дорогим бойцам, что происходит у нас. А сейчас мы немножечко поменяли формат, и в том числе у нас половина наших докладов была от организаторов турниров. При этом мы специально собрали организаторов турниров из каждого федерального округа. То есть у нас было все представлено от Хабаровска и до вот солнечного Санкт-Петербурга. Специально, чтобы показать, что у нас на самом деле в каждом нашем федеральном округе есть организаторы. И мало того, это организаторы самостоятельные, которые самостоятельно вышли либо на тех людей, кто делают большие мультивековые фестивали, и там делают СБ-площадки. А эти мультивековые фестивали, у них есть грантовая поддержка или поддержка субсидийная от регионального бюджета, федерального бюджета, самого разного. Вот. Либо, соответственно, они сами открыли свое НКО и играют в конкурсах, участвуют в различных мероприятиях, работают с администрацией, с городской, с муниципальной, и, соответственно, таким образом они могут получить средства для финансирования, для развития секций, для развития мероприятий. Ну и также у нас был потрясающий доклад от Надежды Сергеевны Орловой, это финансовый директор Доблести веков. Она рассказывала, в принципе, о том, какие гранты существуют. Будем делать с ней на СБ России тоже материал отдельный, где можно будет все это посмотреть. Она рассказывала о том, как подать на грант, какие есть нюансы. Безусловно, многие боятся. Собственно говоря, об этом и была речь, что бояться не нужно. Нужно сейчас время и место для того, чтобы начать работать с государством, показывать ему, что мы есть, что у нас очень классные активности, что то, что мы делаем, интересно людям, интересно зрителям, что люди приходят в секции, занимаются. И это действительно очень как бы красиво, здорово, это можно показать везде, на муниципальном празднике, сделать отдельное мероприятие. То есть не нужно бояться взаимодействия с государством, то есть там есть сложности, но типа они преодолимы, они понятны, и есть люди, которые этот путь уже прошли и могут там подсказать. Могут помочь, подсказать. Да. Сложности основные, на самом деле, бюрократические, да, то есть, да, за правильное заполнение документов, бумаг, вот, подача электронная и так далее. Ну, вот я хочу сказать, что как раз вот эти региональные спикеры, они делились своими кейсами, как раз рассказывали о том, как они взаимодействуют с региональными властями, как те им помогают. И вот на своем примере еще раз показывали, что да, это непросто, но это первый раз непросто. Дальше ты этот путь пройдешь, и подводных камней будет все меньше. Да, да, и все материалы, словно те документы, которые ты заполняешь, которые ты готовишь к каждому гранту или субсидии, они здесь уже написаны, то ты потом по черновикам уже готовым значительно все, естественно, проще и быстрее. Вот. И не только региональные гранты и субсидии, и федеральных тоже нужно обязательно участвовать. Вот один из основных, наверное, то, что нужно точно попробовать всем, это президентский грант. Это, в принципе, у нас в России, наверное, лучше всего сделанный конкурс, максимально качественный, максимально поддерживаемый. Есть семинары, вебинары, в реальности есть вопросы, тебе всегда помогают с точки зрения заполнения, очень четко все сделано. Он по всей России, естественно, и более того, мы как раз рекомендуем ребятам в регионах именно подаваться на президентский грант, потому что в Санкт-Петербурге, в Москве много организаций, которые подаются, и шанс выиграть ниже, да, в регионах это действительно проще. И это можно сделать, и деньги дают, и турниры проводят, и в том числе члены СБ России, многие организаторы проводят турниры, именно выиграв президентский грант. Если не ошибаюсь, Parma Challenge выиграл президентский грант-турнир, и кто-то еще. То есть, ну, это реально. Ну, вот в Хабаровске наш турнир, он проходит как раз по президентскому гранту. В том числе. И что самое приятное, сейчас еще, несмотря на то, что уже почти середина года, проходят конкурсы, и не в фонде президентских грантов, а в фонде культурных инициатив, он связан с президентскими грантами тоже, у них подача заявок на второй конкурс заканчивается 7 июня. То есть, самое время. Да, и этот грант позволяет еще участвовать не только НКО. Соответственно, вот это тот самый момент, когда в мае нужно сесть, подумать и написать свой первый грант. Ну и очень хорошо сказал Сергей Васильев, это организатор Княжьего двора и представитель наш в Новосибирске. Не бойтесь проигрывать. Если вы подали один раз и проиграли,
подайте то же самое, посмотрите, где можно улучшить, подайте в следующий раз. Количество попыток не ограничено. Количество попыток не ограничено, да, вы можете подавать. Буквально недавно президентские гранты публиковали замечательный материал о гранте, который выиграл, они подавали около 25 раз. Ого. Ну, то есть люди упорно шли, понимали свои ошибки, исправляли, подавали заново и в конце концов. Угу. Тут важный как раз момент, который Надежда в том числе упоминала в своем докладе, это критерии, да, то есть в каждом гранте всегда прописан, то есть его цель, то есть, ну, под эту цель нужно подстраиваться, естественно, да, и те критерии оценки, да, которые есть. Если ты проиграл, если не ошибаюсь, они прям пишут, да, то есть итоговый твой балл, да, грубо говоря, они, ты понимаешь, где в чем ты не дотянул, да, то есть где-то там проект должен быть какой-то супер уникально новый, да, например, быть, или супер массовый, еще что-то, то есть, ну, это все можно смотреть, апгрейдить, подаваться еще раз, то есть... Система работает. Система работает, да. Система работает, ребята получают деньги, СБ-мероприятия в стране делаются за счет грантов, субсидий, поэтому работу нужно продолжать, и мы готовы здесь всячески помогать нашим коллегам. Ну и, собственно говоря, виды помощи, они могут быть разные. С одной стороны, если уже есть НКО, если есть уже опыт, и нужно помочь именно документально, то есть доказать, что вот это НКО, оно относится к большой организации общероссийской, к СБ России, мы можем дать вам пакет документов, мы можем помочь с презентациями, показать, что вы часть огромного сообщества. С другой стороны, если организаторы только начинают, то можно обратиться в доблестевиков и сделать это с помощью доблестевиков, с помощью специалистов, которые как бы в этих грантах уже участвовали много раз, имеют опыт, успешные выигранные гранты, реализованные со сдачей отчетности со всеми делами. Соответственно, ну, как бы в зависимости от того, на каком сейчас вы этапе, вы можете обратиться к нам и как бы получить больший или меньший уровень поддержки, который необходим. То есть и в момент регистрации, и проведения мероприятия, и с отчетностью. Ну, это как бы получается полный пакет, грубо говоря, когда нужно помочь вот совсем, первый раз. А есть как бы организаторы, которым просто нужно письмо поддержки, например, что Общероссийская общественная организация СБ России поддерживает это наши ребята, в грант всегда нужно и можно подкреплять грант такими письмами поддержки, то есть что вас поддержат такие-то организации. Соответственно, обращайтесь, мы напишем все письма поддержки, или, например, к нам обращаются наше региональное отделение, устраивают турнир в рамках там какого-нибудь Дня города. Естественно, например, Министерство спорта не приглашают, потому что там, ну, вот культурное какое-то мероприятие. Если вы хотите пригласить вашего министра спорта на ваше мероприятие, напишите от СБ России. Ну, любое официальное лицо, которое вы считаете, что... Да, любое другое лицо. Такого плана. Ну, соответственно, мы помогаем с презентациями, помогаем с материалами, показать, что вы вот региональное отделение СБ России, что такое СБ России, мы как бы предоставляем все возможности. Ну да, я хотел на самом деле подчеркнуть этот момент. В принципе, уже организаторы наши, с которыми мы работаем ежегодно, они уже все это знают, система одна. Вот мы выстроили ее, она работает, в принципе, работает успешно. Вы хотите провести турнир, вы понимаете, что вот, ну, там, у вас есть шанс, или там, вам уже подтвердили например, даты. В любом случае, вы пишете на почту СБ России, отправляете заявку на аккредитацию, и сразу после этого, может быть, у вас еще не все 100% подтверждено, да? Но напишите эту заявку, и вы сразу уже начнете получать от нас поддержку, от минимум информационную, от минимум советом, документом, еще чем-то. Спектр поддержки, который оказывает СБ России по базе, достаточно большой. Ну да, это и формы положений, формы документов, приглашений, письма поддержки, ходатайства, все что угодно. Ну, естественно, как бы огромная вот эта турнирная часть с сетками, со всеми делами. И я призываю всех пользоваться, потому что если СБ России дало вам какую-то форму, это значит, что мы эту форму проверили уже, ну, как минимум на там, 80 мероприятиях, скажем так, а то и на 100, а то и более. То есть, ну, как бы, если что-то мы где-то сделали, внесли какие-то изменения, это, ну, вот где-то мы уже ошиблись, за вас. И, соответственно, улучшили для вас, для чего-то. Вот очень хорошо Сергей Платонов привел пример. Это наше отделение Свердловской области, активный боец, судья. Все те документы, которые он делал для СБ России, для турнирного комитета, он потом, они у него лежали в отдельной папке, он просто взял и подтвердил грант в этом году. Когда грант его запросил о том, кто участвовал, сколько людей и как. Он просто взял документы уже готовые, показал грант, то этого было достаточно. Ну, на самом деле, хочу сказать, что это действительно это огромный пласт работы, который вас снимает просто из СБ России. И вы можете просто сосредоточиться на том, чтобы провести мероприятие не тонуть в этом огромной куче бумаг, в которых вы не разбираетесь. Это супер ценно. И может показаться, если вы этим никогда не занимались, что нет, но на самом деле да. То есть это
мероприятие провести, это только маленькая часть от всей работы. Нужно провести подготовительную работу, потом сдать все эти отчеты, и все это уже есть. Да. Все эти бланки, все эти формы есть. Важный момент, что как раз все вот эти документы, отчеты, бумаги, это, в принципе, для нас всех, для ЕСБ России, как бы это как раз важный момент в нашем движении к спорту. Да, потому что вне зависимости от того, когда произойдет там признание, именно саму регистрацию, да, спорта, само наше сообщество, построение турниров, вся наша система, она должна уже быть к этому моменту спортивной. Это как раз вот это все равно есть. Документы, отчетность, единая отчетность там, и так далее, и так далее. Опять же, это сильно облегчает работу турнирного комитета нашего, который все рейтинги составляет, списки ведет и так далее. Ну, то есть важно, что к тому моменту, когда все-таки начнется, на нас обратят внимание и начнется работа, у вас будет уже подготовлено просто пул материалов. Ну, конечно, конечно, конечно. Базис весь, сама система работы организации, она должна уже выстраиваться на, вот, на тех рельсах, которые диктуют, условно говоря, там, Министерство и Комитеты по спорту. Да, еще то раз хочу заметить, идем. Что, ребят, то есть, я понимаю, что как бы вам не хотелось там, просто драться на мячах, да, но если мы хотим, чтобы это стало чем-то большим, без вот этой вот работы просто никуда. Ну, как огромный пакет был документов, и всем большое спасибо, кто когда-то там в 2019 году с нами очередной раз его собирал, чтобы мы зарегистрировали общественную организацию. Вот еще больший пакет мы в свое время понесем в Министерство спорта. И они, соответственно, требуют в том числе и протоколы за определенный период. Положение с мероприятием, подтверждение, положение... что эти мероприятия проводились официально, да, то есть все выдали соответствующие документы. Мне все это понятно, я понимаю, что этот вклад невозможный. Переоценить, то есть это реально очень круто. Ну, типа, просто вот так работает. У государства есть деньги, оно в целом готово помогать, но механизм, процедура, ее нужно изучать. Да. Вот, и, к сожалению, это не работает вот так. То есть да, в моменте степ-бай-степ, и это все накапливается, и опыт накапливается, соответственно, и качество за счет этого повышается. Ну, на форуме СБ России также был доклад от Артема Васильева, именно на тему перспектив вообще развития, да, и Артем сейчас с командой ребят занимаются аналитикой нашего спорта, то есть сравнением с другими видами спорта и так далее, как действовать, в каком направлении, ну, это, наверное, такая отдельная большая тема. Ну, я знаю, что эта аналитика происходит именно с привлечением сторонних людей, которые профессионалы, но не ВСБ, то есть свежий взгляд со стороны, это очень полезно, я думаю, что я потом у него еще возьму на эту тему отдельный интервью, потому что у него был очень вдохновляющий доклад. Хочу и с ним отдельно о чем поговорить. Ну, можно в целом еще... это была тоже одна из целей, скажем так, задач форума. То есть все должны понимать, СБ России работает, существует, все в порядке, только движение вперед, комитеты работают, турниры проходят, спортсмены тренируются, соревнуются. Кстати, вот у меня был вопрос про форум. Вообще зарегистрироваться, подать заявку именно как зритель мог любой человек? Нет, члены СБ России. У нас любой человек из членов СБ России. Да, у нас это прописано в уставе организации, что наша организация, конечно, развивает исторический средневековый бой, но дальше у нас есть целый список того, что мы делаем для тех, кто состоит в организации. Я просто как раз хотел на этом сакцентировать внимание, что там было там, сколько, порядка 50 человек, да, ну, да. Вообще, при этом докладов было, ну, с десяток, наверное, да, то есть да. 40 человек, это были просто зрители, и если вы член... Не-не, было 50 и плюс 10 докладчиков. Вот. То есть, если вы член СБ России, то эту возможность тоже нужно пользоваться, регистрироваться, подавать заявку, участвовать в форуме, чтобы получать эту информацию с первых уст. Потом. Я думаю, что мы подобную практику продолжим, скорее всего, да, в дальнейшем. То есть помимо вот отчетных конференций, как Ксения сказала, таких, которые раз в год мы делаем, наверное, подобные форумы. Но надо еще заплатить взнос. Обязательно. Да. Оплата взноса является подтверждением вашего членства в СБ России. Платите взнос. Да. Все так. Так, что тогда у нас дальше по плану? Ну, слет, наверное, да. Расскажу про слет. Наверное, слет СБ России, я думаю, все уже видели анонс, афишу, да, она вышла сразу же в момент фактически проведения слета, форума, непосредственно в самом форуме я как раз лично делал доклад по поводу этого мероприятия. Итого, слет СБ России, то есть для нас в этом году, в тяжелом и простом, данное мероприятие является центровым, основным, в принципе, да, то есть на котором мы планируем собрать максимум ребят, занимающихся СБ, максимально со всей страны. Программа слета достаточно обширная. Вот сначала еще расскажу про даты. Соответственно, середина июля. Да, это 14, 15, 16, 17 июля. Да, 4 дня я назвал. То есть мы планируем, грубо говоря, заезд с четверга. Дальше достаточно плотная программа мероприятия. Что там будет и почему нужно обязательно там быть? Да? Ну, во-первых,
целая серия открытых мероприятий, да, то есть это подчеркивает для всех, да, то есть и для членов ФСБ России, и не для членов ФСБ России, неважно, мы рады всем. Соответственно, это турнир 12 на 12, да, на котором планируем в том числе повторить успешный опыт формирования команд от федеральных округов, команд от клубов, в целом собрать максимум ребят на данную номинацию. Она востребована, она не так часто, к сожалению, проводится. Вот. Но двенашка — это очень круто. Но лично мое мнение, как в том числе фаната ФСБ, сижу за мероприятием, наблюдаю их периодически. Ну, на мой взгляд, самая интересная номинация, честно скажу. Да, то есть пятерки, да, конечно, круто, но двенашки — это прям реально интересно наблюдать, интересно смотреть, когда две сильные команды, и когда команда посильнее, послабее, и тактика там раскрывается, и работа строя. Ну, короче, я не знаю, любимая моя номинация. А еще там больше хайлайтов, там ну, фраги. Ну, круче только большие бугурты. Там, да, фраги более зрелищные. Да, да, двенашки хорошая, крутая номинация. Отдельно, соответственно, планируем открытый турнир по дуэльным, так, номинациям, категориям. Практически все основные хотим охватить: щит-меч, меч-баклер, полуторный меч, алебарда. Да? То есть, чтобы для ребят, которые занимаются дуэлями в России, опять же, их количество увеличивается, это здорово, чтобы у них тоже была соревновательная площадка на нашем слете, максимально по всем номинациям пройтись. Ну, изюминка, соответственно, главная, наверное, идея, цель слета во многом – это хоругви, большие баталии, большая битва, то, чего все хотят, то, чего у нас, к сожалению, в этом году не получилось, не произошло в связи с отменой битвы наций. Соответственно, ну, большая война, уделим этому внимание. Формирование хоругви мы планируем на месте, максимально сбалансированный состав, чтобы это было интересно, обязательно с тактическими всякими сложными элементами, так сказать, внести туда, чтобы дополнительную интригу. Ну, наверное, принцип проведения даже подобного формата — это уже такой хорошая причина туда приехать, да, то есть даже если не участвовать во всех остальных там спортивных номинациях. Помимо этого, открытые семинары, мастер-классы для всех, опять же, да, подчеркиваю, то есть не только там для членов школы СБ России или для членов сборной, в принципе, открытые семинары, мастер-классы, ну, в планах провести, в принципе, по всем номинациям, категориям, посмотрим, что по времени, по таймингу получится. А кто там будет спикеры на семинарах? Спикеры на семинары — наиболее действующие тренера школы СБ, самые, мы будем выбирать тех тренеров, тех специалистов, которые действительно могут передать опыт ребятам, да, потому что мы планируем на след приедет достаточно большое количество молодежи нашей, для них тоже это, ну, все очень важно, да, там, ну, специалисты, там, Юра Мандулай, Алексей Найдеров, многие другие из школы СБ. Стараемся по всем номинациям, категориям пройтись. Дуэли тоже не забыть и так далее. Это открытая часть. Да? Помимо этого, естественно, планируется финал Кубка школ. Ну и, в принципе, надо помнить, да, что в прошлом году мы провели как раз именно финал Кубка школ, да, в Выборге, на той же площадке. На канале есть видео об этом финале. Да. Очень хорошее было мероприятие, очень успешное. Мы, в принципе, увидели нашу молодежь, которая занимается ИСБ в нашей стране. И вот, собственно, на фоне успеха решили расширить до слета общего, да, то есть для всех, кто занимается СБ. В рамках финала Кубка школ, естественно, номинации 3x3, сталь софт, мужчин и женщин, которые проводят, они у себя вот сейчас проходят по всей стране, да, у нас отборочные турниры. И в этом году добавился дуэльная номинация, то есть ребята отдельно именно в рамках финала Кубка школ будут дуэльные номинации. Эти мероприятия закрытые. Можно еще про Кубок школ добавлю, у них очень большой календарь, много мероприятий, они, может быть, не так хорошо освещаются, как какие-то большие турниры, но там прям серьезная движуха. Такой смотришь на их календарь, там все круто. То есть, ну, мощный чемпионат. Да, да. 20 да. на школу СБ, да. Да, да, да. Да, да. По всей стране, я бы даже сказал, соревнования, что по полной программе. Все. То есть вот, Кубок школы СБ и чемпионат России — еще вопрос, как бы, зачем интереснее наблюдать. Ну, с молодежью в любом случае интересно наблюдать, и в этом году снова посмотрим, чего достигли те, кто был в прошлом году, и кто новые звезды, новые будущие звезды. Это интересно. Да, это действительно очень интересно. Помимо этого всего, отдельное тоже мероприятие в рамках вот всего общего слета, это мероприятие, направленное на сборную СБ России, да, то есть, в принципе, одна из частей — это будет аттестация сборной СБ России, кандидатов в сборную, да. Здесь хотел бы, наверное, чуть-чуть вот поподробнее сказать, да, чтобы у всех было понимание, это было как раз в докладе Дмитрия Тростина. Про формирование сборной СБ России, да. Несмотря на отсутствие битвы наций, даже если не будет,
следующем году и через год. Ежегодно будут проходить мероприятия по формированию сборной. Сборная будет формироваться. Прописано положение, да, оно утверждено, там четко прописана система, структура, как формируется сборная, да, есть пул людей, которые уходят в кандидаты, да, в члены сборной, есть сформирована, опять же, уже финально мысль по поводу молодежной сборной, да, с молодежной сборной, она напрямую будет связана с проектом школы СБ, да, то есть это вот важная связь, которую все должны понимать. Ребята, выпускники школ, лучшие бойцы школ, они будут попадать в молодежную сборную. То есть она будет формироваться именно из ребят, занимающихся в школах. Отдельный такой подпроект. Да, да? Просто напомню, молодежная сборная это до... 35, если ошибаюсь, 25. Нет, они до 25. Ребята сейчас поставят до 25. А то до 35, 35. Я еще тяну молодежную сборную. Ну, 35 у нас в России по законодательству, да, молодежь 35, соответственно, рамка сборной до 25 лет. Вот. Но опять же об этом, наверное, будет и на СБ России подробная, да, информация. Чем ближе к слету, тем больше будет всей этой информации. Все, кто ребята получают статус кандидата в сборную, они будут участвовать в том числе вот в этих мероприятиях для сборной. Вот. Погоди, еще раз. Значит, из учеников, выпускников, бойцов школы СБ формируется молодежная сборная, да. И вот из молодежной уже можно стать кандидатом. Нет, нет, не так. Совсем так. Вот. Это на два. Два пула параллельных, из которых формируется общая сборная СБ России. Mm-hmm. Один пул – это кандидаты в члены сборной, второй пул – это молодежная сборная. Просто молодежная сборная дополнительно, самостоятельно развивается, там у них есть какие-то преференции, больше внимания на них, да, отдельно обращается. Кандидаты в сборную – это, в принципе, все бойцы, которые у нас есть. Да, важный момент, сейчас уже принято решение, оно прописано в положении сборной СБ России. Члены сборной должны быть членами СБ России. Соответственно, да? Платите взносы. Опять же, да, по поводу взносов тоже подчеркиваю важный момент. Это, опять же, уже утвержденные, принятые, в принципе, все ребята, кто занимаются, в курсе. Любая поддержка, любые преференции касаемо участия на слете СБ России, там поддержка по проезду или еще что-то, естественно, тоже для членов СБ России, которые платили взносы. Да, мы за этим будем следить, это важно. Это подтверждение, по сути, вашего членства. 500 рублей в год – не огромные деньги. Ну, по программе, наверное, вроде все перечислил основное. Вот. Ну, интересное, важное, большое мероприятие это получается. Это будет в Выборге, на Ненецких укреплениях. Выборг – это вообще колыбель российской реконструкции СБ, так что ну, да, рассматривались другие площадки и другие варианты, как бы, но именно сам факт вот Выборгского замка, вот этих вот стен, во многом стал решающим принять решение. Но планы Б есть, если что, как бы всегда. Если я правильно помню, в своем докладе Дмитрий Тростин еще сказал, что не на это, но на следующий год уже есть какие-то запланированные мероприятия для сборной. Угу. Да, да, Дмитрий это упомянул. Именно почему сборная будет формироваться каждый год? Будут находиться и мероприятия, на которые она будет выезжать, несмотря на отсутствие битвы наций. Mm-hmm. Да? То есть на следующий год, да, есть планы на осень, на весну, на май, на середину мая, да, зарубежные мероприятия. Но пока. Но мы не расскажем об этом позже. Да. Какое, когда? Сборная должна быть всегда готова. Да, то есть, сборная должна быть готова, сборная должна отбираться. Ну, это опять же одна из целей и задач, в принципе, организации. Просто если завтра возникнет мероприятие, на которое сборная может поехать, а сборной нет, согласен, это будет, да, не очень хорошо. Поэтому сборная всегда готова. Это как вот... Не выехали в этом году, поедем в следующем. Это как с теми документами, о которых мы говорили. Да. Понадобится, мы готовы. Да, да? Именно, да, так. Да. Ну и скажу по регистрации на открытые турниры. Соответственно, в мае откроем регистрацию на все открытые турниры, на двенашки, на дуэли. На просто, хоров, да. Ну, хоругви на месте формируются. Ну, хоругви на месте, да, ну да, регистрация получается. Регистрация, да. Это мы говорим сейчас про слет. То есть, да, про слет, да. Соответственно, да, в мае откроем все регистрации, следите за новостями в СБ России, все будет открыто. Ну, и, естественно, мы еще 100 раз напомним о том, что нужно, знаете, зарегистрироваться. Где у вас есть ресурс? У вас есть канал в Телеграме, у вас есть группа в ВК, у вас есть сайт. Ну, да? Основные – это группа ВК и сайт. Собственно говоря, новости на сайте и в группе примерно одинаковые. На сайте они чуть меньше с точки зрения, там, например, мы не выкладываем на сайт фотографии. Но это не имеет смысла, они как бы актуальны только в группе ВКонтакте. Но зато на сайте есть рейтинг, еще что-то, а как бы ВКонтакте просто выкладывается, что вот рейтинг обновлен. Расписание турниров, все это можно, да, посмотреть календарь, на сайте, календарь. Да, ну и сайт мы еще все еще разрабатываем. То есть у нас мы немножко пересмотрели после того, как перестали работать с Бугуртлигой
нашу концепцию сайта, потому что, ну, до этого она была немножко другая. Сейчас будем дорабатывать моменты по турнирам, по командам, расширим сайт, но уже той частью календарный, рейтинговый, пожалуйста, пользуйтесь. Да, сайт работает, ресурс сайт хороший, работает. Правила, вся информация про организацию, все там есть. Мне вчера написал человек один ВКонтакте, что вот там спросил что-то там про оружие. Я говорю, ну, по правилу, ну, я спросил, подходит ли сабля? Я говорю, для чего? Для бугуртов, для турниров? Он такой, а я еще спрашиваю, по правилам или что? Он такой, каким правилам? Угу. Говорю, ну, в смысле, ну, есть правила. У бугуртов есть правила? Такой молодой человек. Уже давно достаточно. Вот вам ссылка на Ижба России, вот регламенты, вот все там все есть. Он такой, о, как здорово, типа, я пошел читать. Ну, мы для этого его и создавали, он достаточно долго создавался, и мы там аккуратненько храним все наши документы, пользуйтесь. Ну, да, то есть периодически я когда там что-то забываю, или, не знаю, вы заказываете оружие какое-нибудь или доспехи, не поленитесь, зайдите на сайт, там есть все технические регламенты, сверьте, чтобы вы просто не потратили деньги на то, что потом Сергей Богоненко не допустит. Все так. Все так. Сергей Строгий. Ну, на этом мы по программе все, да? Ну, вроде да, какое-то вот такое общее закрывающее слово, резюме. Ну, вот у меня сложилось впечатление, все. Посмотрел этот форум, я в нем поучаствовал. Еще раз говорю, что если вы член СБ России, то пользуйтесь этими возможностями, регистрируйтесь и смотрите вживую. Плюс там же можно задавать вопросы. Конечно. Это важно. То есть одно дело, вы потом получите какую-то выжимку на ресурсах, а на интересующий вас вопрос ответа не будет. Там же вы можете во время форума задавать вопросы, получите с первых уст ответа на важные для вас темы. То есть пользуйтесь всеми этими возможностями. То есть ИСБ это не только драться на мечах, да, это драться на мечах в рамках определенных правил, в рамках большой организации, поэтому, особенно если вы тренер школы, там, менеджер команды, капитан команды, да? Организатор. Организатор, обязательно участвуйте в этих мероприятиях, это супер важно. Вот, ну и все продолжается. Да, работа идет. Работа идет, жизнь продолжается. В тяжелые времена все равно находятся какие-то возможности, подстраиваемся, и ИСБ никуда не девается. Конечно, сейчас самый момент как раз объединяться, проводить еще больше хороших мероприятий у себя здесь, в стране. Все так? Ну и да, хотела бы от себя закончить тем, что не бойтесь обращаться в офис ИСБ России, мы для вас работаем, не кусаемся. Ну это мысль, которую я постоянно транслирую, да, через свой блог. То есть те вопросы, которые для вас кажутся очень сложными, наверняка есть люди, которых давно прошли, решили и с удовольствием с вами поделятся своим опытом. Поэтому просто не стесняйтесь. Да, это большая организация, которая уже много лет, и на вилла было наступлено миллион раз, и вам это делать не обязательно. Вы лучше двигайтесь вперед. Все, ребят. Спасибо. Вам спасибо. Пока. До встречи.